Антон, every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus. Then... Галкин, ты старательный мальчик, Галкин, старательный, и я ценю твое усердие, но произношение... Ужас! Тебе ж ни один англичанин не поймет. Нужно говорить так, как будто во рту у тебя горячая картошка. Горячая. Hot. Hot. Да нет же. Hot. Hot? Тренируйся, Галкин, тренируйся. Может быть, что-нибудь получится. Садись. I went to the kitchen and cooked hot potato. О, готово. Горячая картошечка. Very hot potato. Ой, ай. What's happened, Galkin? Good morning, Larissa Viktorovna. I'm sorry. I'm late. The traffic is terrible. Галкин, какое произношение! Молодец! Но ведь можешь, если захочешь. Садись. А вы, ребята, берите пример с Галкина. Как у тебя получилось такое произношение? Супер! Да к фёрту это произношение! К фёрту это английский! Чего? Меня за дома никто не понимает. И доктор сказал, что ещё 2 месяца так будет. Горячая картошка!